Сегодня у нас на обзоре очередная подборка лучших турецких сериалов, от которых не оторвать глаз. Каждая картина в этом топе – это шедевр, который стоит посмотреть каждому из вас. Сериалы отличные, поэтому проблема, что посмотреть вечером, будет решена. Открывает сегодняшнюю подборку турецкий сериал «Ты назови». В главных ролях снялись Эркан Мирич, Хазал Субаши, Эзги Баран. Амер ради сестры, которая стала жить 6 месяцев, неожиданно оказывается вовлеченным в некоторую игру. Ему приходится жениться на Зихре. Он зарегистрирует с ней фиктивный брак, заключит контракт на 6 месяцев и даст за это Зихре деньги, которые она просит. Амер купит 6 месяцев ее жизни. Это история о том, как Амер и Зихра, отличающиеся словно день и ночь, как черное и белое, пойдут по одной дороге любви, преодолевая все препятствия. В сериале «Дочь посла» в главных ролях снялись Энгин Акюрек, Мислихан Атагюль. Молодые люди Санжар и Наре безумно полюбили друг друга, однако отец девушки был против их отношений. Однажды Наре и Санжар решают сбежать и тайно пожениться, однако в день свадьбы Наре исчезает. Санжар в отчаянии, он считает, что Наре не выдержала и выбрала отца. Но дела обстоят совсем иначе. Наре ушла под давлением и угрозами отца. Так они и жили, страдая в одиночку и тоскуя друг по другу. Спустя годы Наре вновь появляется в жизни Санжара. И они вновь встречаются в самый неожиданный момент, когда он уже собирался жениться на другой женщине, решив начать жизнь заново. В сериале «Жестокий Стамбул» в главных ролях снялись Фикрет Кушкан, Денис Угур, Минет Угай, Азан Далунай. В центре сюжета богатая семья Агаха Караджая, которая проживает в огромном особняке на берегу Босфора. Дженг сейчас живет в США, там он получает образование в одном из лучших университетов мира. Недим в детстве упал с крыши, после чего стал инвалидом. Парень никогда не сможет ходить, он всю жизнь будет прикован к инвалидной коляске. Глава семейства нанимает новую домработницу, красивую молодую девушку. По его плану молодые люди должны будут сблизиться и Недим жениться. Но в это время из Америки возвращается Дженг. Между Дженгом и юной домработницей вспыхивает бурный роман. В сериале «Обиженные цветы» в главных ролях снялись Азгюр Чевик, Биран Дамла Йылмаз, Дерья Артемель и Пек Карапынар. Турецкий сериал расскажет историю, которая произошла в жизни главной героини. Судьба Айгюль была нелегкой с самого рождения. Родилась она в неполной семье, мать никогда не рассказывала, кто же на самом деле ее настоящий отец. Мать нигде не работала, и вместе с дочерью они скитались по трущобам. Там мать и встретила мужчину, который стал для Айгюль отчимом. Мужчина никогда не беспокоился о своей жене и дочери, но мать его любила и на все закрывала глаза. Никто и никогда не заботился о девочке, ее жизнь просто текла по течению. У нее не было красивых нарядов, не было родительской любви и ласки, понимания и заботы. Мать всегда волновала только ее собственная жизнь, и ребенку в этой жизни места не было. В сериале «Осколки души» в главных ролях снялись Ханте Дагандемир, Фундай Ригит, Сичкин Аздемир, Алиджан Юджисой, Асбир Чевик. Непростая судьба навсегда свела главных героинь сериала Лейлу и Зейнеп. Они обе в детском возрасте были лишены родительской любви и ласки. Взрослея в детском доме, они дали друг другу обещание, что всегда будут вместе, во что бы то ни стало. Став старше, девочки сдержали свое слово и пошли дальше по жизни рука об руку. Они обе решили посвятить своей жизни правопорядку. С первого раза им удалось поступить в престижную полицейскую академию, которая находилась в турецкой столице. Получив образование, Лейла и Зейнеп устроились работать в один и тот же полицейский участок. Девушки были с абсолютно разными характерами. Лейла была жизнерадостной и веселой, а Зейнеп всегда была серьезной и иногда немного жесткой в своих высказываниях. Но это никогда не мешало их дружбе. В сериале будут показаны события, которые происходили на роскошной вилле, где было совершено жестокое преступление.